маску, маску для лица. Золото! Джимми, Джимми, ача, ача. Проблема? А где у меня проблемные зоны? Жижа какая-то, как сопля. Как я не знаю, что очень красиво просто. Ужас какой! Я не... Мама, это что такое? Наверное, под глазами не надо мазать. Больно. Ребята, всем привет! Сегодня у нас минутка красоты. Красоты на канале. Короче, помните, не пугайтесь, это у меня на голове такая повязка, чтобы убрать. Потому что я буду делать, Юля будет делать маску, маску для лица. Короче, это... Альма, успокойся. Тоже хочешь маску? Нет. У тебя волосинение лица. Короче, мама мне отдала. Она пользовалась, ей понравилось. У нее есть два тюбика. Один она мне подарила. Подарила, когда мы были в прошлый раз у Лены в гостях. Бабушка говорит, ну, то есть мама моя, здесь содержится, знаете что? Золото. Золото 24 карата, ребята. Короче, читаем состав. Коллоидное золото, суспензия и слушаем все. Наночастиц золота. Прикиньте, гиалуроновая кислота, коллаген, экстракты восточных растений. Джимми, Джимми, ача, ача. Восточных растений, вода очищенная, пропиленгликоль. Вот. Чё? Итак, значит, применение. Выдавите, я у Лены выпросила кисточку, я же не буду руками наносить, а кисточкой. Короче, выдавите небольшое количество содержимого тюбика. Нанесите маску толстым слоем, толстым, на проблемные зоны лица и шеи. А где у меня проблемные зоны? Выборочно, что ли? У меня всего проблема. Проблема? И шеи. Да, и шеи. Подождите от 5 до 10 минут, но мама ходит с ней 20. После того, как маска превратится в тонкую пленочку, снимите ее с лица. А как? Наносить? Каким слоем? Блин, а что это зеркало? Ну, оно мутное какое-то. Глазам больно. С одной стороны обычно, с другой увеличивающееся. Увеличивающееся. Течет! Течет? Оно течет, да. Так, с какой части лица начать? Да я наносить буду его минут 15. Оно холодное. Да, оно так и надо. Надо на синяки нанести, что ты пропускаешь. А может, его нельзя под глаза? На проблемные зоны. Толстым слоем. Мам, не наноси, пожалуйста, толстым слоем, не страшно. Блин. Я бы не стала так рисковать. Полтюбика уйдет. В том-то и проблема. Жижа какая-то. Ну, так ты не знала? Ты думала, там ты достаешь, так маску просто одел и все, что ли? Ну, я не знаю. Сейчас буду. Я не знаю, кисточкой надо или руками. Мне кажется, что. Лучше не рисковать. Бороденочку. Мам, ты сильно. Нет. Что? Как? Ты думаешь, я сильно мажу? Ну просто страшно как-то. Не. Ребята. Стрёмная фигня. Стрёмная. Так, значит, надо под носом, да? Да. Как сопля! Блестит. Золотая женщина. Ты мне, Лена, потом эту фоточку сделаешь. Угу. Ну, пахнет оно приятно. Альма, посмотри на свою мать. На свою золотую мамку. Ну, вообще мне нравится мазать. Она холодная. Так и надо. Но это самое. У меня сейчас чувствуется потом какое-то тепло со временем. Что-то это стрёмно. Не должно быть. Я не знаю. Просто реально, да?
что-нибудь. Я не представляю, как оно потом пленочкой снимется, если честно. Оно должно засохнуть. Угу. Но мама говорит, что не 5 минут, а минут 20 она с ней ходит. Тихо, ребята! Так, не драться. Блин, мама. А? Уйди. Ласса. Золото, золото. Так, а что, лобешню тоже надо? Да. Серьезно? Да. Да, мама, оно вот так вот тут на все лицо вообще-то. Как я ее потом буду снимать? Нет, брови нет. Шучу, шучу, не надо. А то придется вместе с тонкой пленочкой оторвать и брови. Я ж не хочу повязочку испачкать. Да пачка не здоровья, господи. Не хочу. Это Леночкина повязка. Знаешь, надо, ты любишь красить, надо было тебе это предоставить, а, да? А, так что это... Ты бы меня этот самый... Давай. Хорошо бы сделала. У меня оно отсвечивает, если честно, и я плохо вижу, где намазано, а где нет. А-а-а. Поняла? Ты что, мне еще тебе мазаешь? Я не знаю, я шею не буду, наверное. Что за какая-то стрёмная шея вещей? Еще уши намажьте. Я пошутила сейчас. Короче, я сейчас весь тюбик использую. А чё нет? Написано толстым слоем, ребята. Ну как-то не надо. Я ж хочу золотой быть. Нормальной, чтобы было. Пока что ты не золотая, а жёлтая. Мама. Это к чему? Это... Красота. Ребята, что творится с этим миром? Ой, какая козюля! Замазала. А ты не перестараешься? Ты думаешь, что хватит, да? Мне кажется, да. У тебя на щеках третий уже, или четвертый слой, а на лбу один. Точно. Бабушка, как побачу видео, скажет, Юля, ты что, это сильно много ты намазала. Я же хочу быть очень красивой потом. Не представляю, как оно пленочкой потом снимется, конечно. Я не знаю, мам. Может, не снимется вовсе. Все? Да, достаточно. Будем ждать, да? Кажется, да? Ребята. Все. Красиво, мам? Да. Да? Как я не знаю, что очень красиво, просто... Просто очень красиво, ребята, посмотрите. Чем вам не этот самый... Не золотая женщина. Ужас какой! Бабушка говорит, что она потом так засыхает, что ты не можешь даже говорить. Я уже чувствую вот здесь, вот здесь чувствительная кожа, я уже тут чувствую, что оно засыхает. Красивишно. Надо это... О, боже! Надо... Я желтизна какая-то, да, а не золотая. Да, я тебе уже это сказала, мам. Там меня... Муха какая-то на меня придет. Или по-любому. Ма! Нет. Яблочко отсвечивает. Так, все, надо эту самую, надо кисточку помыть, ребята, и встретимся с вами через 20 минут. 24 карат. Фирма, вот показываю, ребята, ждем результата. Мама обещала, что кожа будет как попка младенца. 20 минут, и все будет готово. А это надо помыть, чтобы не засохло. Так, ну что, ребята, прошло 20 минут, не могу говорить. Короче, хочу вам сказать сейчас, что... Красота? Красота – это страшная сила. У меня не шевелится лицо, я правда улыбалась, я ржалась, насмеялась, и у меня здесь вот уже начало оно от этот самое. Отставать, короче. Ой, сейчас. Ребята, это капец какой-то. Я не могу улыбнуться. Папка как увидел, говорит, что-то ты сегодня такая очень красивая. Говорит, я прямо заново влюбился в тебя.
Да, папа, тебе очень нравится. Да, да. Альма меня испугалась. Я в восторге. Ребята, засохло все, смотрите. Я не... Я не могу улыбнуться. Это капец какой-то. Мама, это что такое? Мне мама говорила, что она засыхает. Я не могу рот открыть. Смотрите, я открываю рот. А, оно здесь вот тянется. Улыбнуться, ребята, не улыбается. Это капец, короче, ничего не шевелится вообще. Как-то сейчас вы, оно уже, вот оно снимается, вот оно вздулось. Это я смеюсь. Не могу. Смотрите, это морщины. Я как старая бабушка, смотрите. О, пошли морщины. Вот они. Это капец. Вот она прямо отсоединяется. Ребята, ну что, снимаю. О. Блин. Короче, держала я больше 20 минут, потому что я на щеке сильно... На щеки сильно много нанесла. Щеки долго были липкие. Папка, это капец! Это капец! Что там? У меня слазит кожа! Новая отрастет! Новая, говорит, отрастет. Ребята, я хочу, чтобы вам было видно. А! Она так здорово прилипла! А! Оно больно! О! Ну что, красота требует жертв. Как-никак. Золото! А! Так, тут что-то порвалось. Я хочу... О! Отец! Чё, мам? Посмотри на меня. Волосинкам оно прилипло. О, оно больно слазит. Нифига себе. Или я много намазала. О, сейчас все... Ротик склеился. Это капец. А, все волосы, короче. Блин, она ж не пьяна, пугающих застегнуть. Все волосы, короче, на ней останутся. А, блин, под глазами, наверное, под глазами не надо мазать. Фу. А ночью... Под глазами. Реально больно. Нос, нос. Блин. Давай, 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 давай. Офиг. Папа, сейчас смотри. Офигеть. Что ты над собой издеваешься, мама? Я в шоке просто. Это настоящая красота. И остался лоб. Ребята, лоб остался.
Так и... то золото, да? Да. И готов слепок. Блин, оно реально красное, потому что, короче, с волосами отрывалось. С мелкими волосинками. А теперь розыгрыш. Ставим ставки. Юлина маска. Блин, смотри. Капец, да? Ой, мать. Начальная ставка 10 гривен. Юлина маска. Это жесть, ребята. Но это красота. Это красота. Теперь смотрим, что у меня. Что у меня с лицом? У меня есть вот здесь покраснение, потому что здесь это волоски пообрывались, поняли? О, и вот кусок это. Еще масочки. Здесь вот осталось. А последнее не надо умываться? Не знаю. Так, дальше. Что у меня с кожей стало, ребята? С кожей мне не стало ничего. Она была сухая у меня. Попы младенцу я не ощущаю. Она была у меня суховата, и она так и осталась. Обычно, которые такие другие маски, они дают такую влагу лицу. Поняли? А от этой ничего. Наоборот, у меня печет лицо из-за того, что повыдирались волоски все мелкие. Короче, теперь я побрита. Вот так вот сказать. Ну, не знаю, ребята. Нету, не увлажняет она. Увлажнения нет никакого. Ну, вроде как мягче стало, мне кажется. Но этот самый, печет. Сейчас печет из-за того, что волосы повыдирала. Волосы повыдирала. Ты понимаешь? Шабака. Хлёса. Никто не берет куки. Никто не хочет куки брать. А он классный? Она. Скажи, я девка. Да. Я девка маленькая. Я маленькая девка. Кука. Кука-девка. Покусала. А что ты как мама не умывакина немножко стали? Да поумывакинаться. Вот мама идет сзади. И вот и мама пришлася. Давай маму показывай. Вот она. Ма, золотая. У золотой женщины золотая кошка. Так, все, ребята. Ну, короче, не знаю. Як було, так и есть. Красоту не испортишь ничем, называется. Ну, вот так вот, зато весело, повеселились, мне понравилось. Но печет лицо, волосы выдирает конкретно. Либо надо более тонкий слой делать этой маски, либо я не знаю что, потому что особенно вот здесь вот надо было, знаете что, под глаза не мазать. Под глазами слишком нежная кожа, и все равно у нас же все лицо, если присмотреться, все лицо в мелких-мелких волосках. Они повыдирались, и поэтому у меня все печет. Так что так, ребята, все, эксперимент удался.